Почини себе с потерпевшими. Что это за хрень со столбиками? Что за формула эмоций? Формула эмоций? Это очень просто, я тебе сейчас объясню. У тебя возникла потребность выпить пиво. Ты знаешь, что у тебя в холодильнике припасена одна бутылка. Это субъективная информация. Ты приходишь домой, открываешь холодильник, ее там нет. Это прогностическая информация. 0 минус 1 равно минус 1. Эмоция отрицательная. Или ты приходишь домой, открываешь холодильник, она там стоит. 1 минус 1 равно 0. Эмоций никаких, понимаешь? Нет, все, ладно, молчи. Это же просто. Ты ждал там найти бутылку пива, она там стоит. А если Лена решила сделать тебе приятное и купила еще 2 бутылки пива? Ты приходишь домой, открываешь холодильник, там стоит 3 бутылки пива. То есть 3 минус 1 получается 2. Эмоции просто. А если это все умножается на твои потребности? Чем больше ты хотел выпить пива, тем сильнее твои положительные эмоции. А что теперь? Вот именно потому, что ты несешь весь этот бред, нормальные люди считают полицейских придурками и не обращаются. Клоун. Извини. Я слушаю. Это постовой. Сам ты клоун. Я слушаю. Сейчас нет таких денег. С вами. Здравствуйте.
Здравствуйте, я ваша. Константин, сходите к дверям, пусть поближе. Так пробовали уже. Мне звонят через интернет. Значит так, уже будет пропуск в ваш офис. Поговори со всеми сотрудниками. Иду, чтобы дом ко всей прислуге. Хорошо. Ну, теперь все формальности закончены. Я вас больше не потревожу. Олег, может... Так, прости, один, два, три. Два, четыре, шесть. Три, шесть, девять. Четыре, восемь, двенадцать. Пять, десять, пятнадцать. Шесть, двенадцать, восемнадцать. Семнадцать, четырнадцать, двадцать один. 8, 16, 24, 9, 18, 27, 10, 20, 30, 11, 22, 33, 12, 24, 36, 13, 26, 39, 14, 28, 42, 15, 30, 45, 16, 32, 48, 17, 34, 50, 51, 18, 36, 54, 19, 38, 57. 20, 40, 60.